Гефеста – это округлое медузоподобное, прикрепленное или малоподвижное донное животное. От центра под углом 120 градусов отходят три округлых валика с закругленными концами, предположительно соответствуют гонадам. Зонтик разделен на узкие радиальные лопасти с раздвоенными окончаниями длиной около 5 мм и толщиной до 1,3 мм. Из центра зонтика исходят радиальные каналы, дважды дихотомирующие по направлению к краю зонтика. Число каналов всегда кратно 3. По своему строению анфисты близки к двум другим родам венских медуз – Скинерии и Альбумарусу, для которых тоже характерна трехдольная радиальная симметрия, не встречающаяся у более поздних кишечно-полосных. Отличие анфиста от скинерии состоит в форме и расположении гонад и наличии лопастей зонтика. Альбумарес при значительном сходстве с анфистой в плане своего строения имеет форму трилистника. Латинское название – Анфеста станковский. Анфеста является вымершим трехдольным беспозвоночным. Питалась сапрофагом или одноклеточными организмами. Имела остроморфный способ питания. В диаметре анфеста достигала не более 18 мм. Вес неизвестен. Окаменелости анфесты были найдены в России, Архангельская область, Зимний берег, река Характа, формация Усть-Пенега, а также в Южной Австралии. Анфеста жила от 600 до 570 миллионов лет назад в Эдиакаре.